Итак, всем привет, канал про моторы. Сегодня будем разбирать вот этот двигатель. Сегодня начнем ремонт вот этого двигателя. В дальнейшем будет сборка этого двигателя, запуск, возможно, этого двигателя на столе, установка и так далее. Возможно, покраска, пока еще не знаю. Так, значит, что это за двигатель? Это двигатель болгарского производства. Видим, произведено в Болгарии, 1984 год, практически мой ровесник. Значит, модель двигателя тут вот написана, но тут как-то табличка вся затертая. Я потом возьму литературу по этому двигателю и титрами напишу модель двигателя, его технические характеристики и так далее. Значит, этот двигатель снят с погрузчика, погрузчик нашего предприятия, болгарского производства, фирмы «Балканкар». Сколько я работаю на предприятии, этот двигатель ни разу не делали. Я работаю уже тут практически 25 лет. При мне этот двигатель ни разу не делали. Значит, этот погрузчик неоднократно уже появлялся в моих видео. Ну, то есть, это погрузчик, который мы снимаем, устанавливаем всех двигателя с автобусов, с грузовиков и так далее. Перед тем, как привезти его в цех, ко мне его отмыли. То есть, тут был сантиметровый слой грязи. И это сейчас, можно сказать, уже чистый. Ну, где-то остались еще вот отложения, грязь. Вот, значит, что видим? Видим, что на поддоне есть герметик, то есть, как минимум, поддон снимали. Ну, точной информации, сколько моточасов у этого двигателя, сколько он работал без ремонта и так далее, у меня нет. Какая причина снятия этого двигателя? Ну, так скажем, пришло его время. Он расходует масло, он сапунит, он плохо тянет, давление плохое и так далее. Ну, то есть весь набор изношенного двигателя, изношена цилиндропоршневая группа, изношен кривошипно-шатунный механизм. Тут вот я посмотрел, видно, даже по венцу видно, насколько сношены зубья. Возможно, с момента производства, с 84 года этот двигатель не делали. Ну, то есть сейчас будем разбирать все и смотреть. Видим, что двигатель мне привезли с коробкой. Коробка у нас идет тут автомат, ГМП. Также видим 84 год выпуска. И на ней всего две передачи, то есть передний ход и задний ход. Все, два положения рычага, вперед-назад. Значит, по коробке, в принципе, все хорошо, коробка работает. Единственное, что с нее бежит масло, то есть где-то с прокладок или откуда, в общем, подтекает масло. И не знаю, возможно, мне придется ее разбирать, просто поменять прокладочки, там где-то герметиком помазать и так далее. Но это пока не точно, возможно, будет еще видео по разбору этой коробки. Значит, в принципе, двигатель по размеру, ну как, волговский, наверное, да, Волга 402 двигатель, примерно такой. По конструкции больше похож на двигатель D245, ну вернее, D240, тут турбины у нас нет, D240. То есть, примерно так же, спереди механизм ГРМ, шестеренки. То есть, также шестеренки ГРМ, один шкивок, тут у нас топливный насос, тут у нас насосы на гидравлику, один насос, второй насос. В принципе, также головка блока цилиндров, коллектора с одной стороны, со второй стороны форсунки. Ну, по строению очень похож на двигатель D240. Также сбоку крепится масляный фильтр и так далее. Не знаю, сколько весит этот двигатель, но сейчас я его поднимал тельфером и прямо чувствуется вес. Особенно вес чувствуется вот в этом месте. То есть тут кожух, я так понял, толстое чугунное литье. Сама вот эта коробка тоже толстое чугунное литье. Ну то есть вес чувствуется очень такой хороший. Он, наверное, даже по размерам, как волговский 402 двигатель, по весу, наверное, как спазика D245. Ну если узнаю вес двигателя, то титрами вот тут напишу. Все, значит, приступаем к разбору этого двигателя. Сначала снимаю коробку, то есть коробка у нас тут видим по кругу сколько, болтов 10. Также на что обратил внимание, видим, что коробка у нас вверху неплотно притянута. То есть вот тут у нас все забито грязью, так и была коробка притянута. Если мы посмотрим снизу, коробка сидит плотно, тут буквально десяточка зазор, то сверху пару миллиметров. Не знаю, с чем это связано, возможно, там грязью забито, возможно, болты ослабли. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Вот, снимаю сначала коробку, потом, ну и начинаю разбирать двигатель. Снимаю навесное, тут фильтра, трубки, вентилятор и так далее. Потом клапанную крышку, головку. Ну, в общем, по ходу разбираем двигатель. Самому интересно, в принципе, первый раз делаю такой двигатель. Ни разу еще подобные двигателя не делал. Даже, говорю, затрудняюсь сказать точную модель двигателя. Нужно будет посмотреть литературу. Есть литература по этому погрузчику. Что еще я хочу показать? Вот такой у нас топливный насос. Значит, получается такой механический с подкачкой, да, как вот, допустим, на ЗМЗ-511, на зиловских двигателях и так далее. То есть вот такой у нас насос низкого давления. Все, приступаем к разбору этого двигателя. Поехали.
Вот это я снял коробку, вот это, да. Я, конечно, не понял, что произошло. Чтобы снимать коробку, мне нужно было слить масло из коробки, потому что вот эту часть не снять, видим, тут кольцо стоит. Так, ну получается, это у нас трансформатор, он остается закрепленный на маховике. Ну правильно, он же должен как-то сниматься. Тут со стороны двигателя на кожухе нет никаких отверстий, чтобы открутить его, и поэтому такая система. То есть половиница, получается, половиница сама коробка, трансформатор у нас остается на маховике прикручен. Да, интересно получается, то есть вот эта крышка, она держит масло от попадания к маховику. То есть получается, тут просто к железу, очень интересно. А со стороны коробки есть уплотнительная резинка. Часть корпуса коробки передач упирается вот в кожух маховика. Итак, значит, теперь мне каким-то образом нужно снять трансформатор с маховика. Я думаю, что нужно открутить вот эти болты по кругу под шестигранник на 6. 12 болтов. Сейчас попробую их открутить, посмотрим, какая у них длина. Возможно, они держатся за маховик, то есть держат трансформатор, крепят трансформатор к маховику. Ну, не знаю, не должно же быть такого варианта, что нужно открутить вот эти все болты, располовинить трансформатор, достать все диски и только под дисками там какие-то болты. То есть это было бы очень сложно, хотя я не знаю. Ладно, открутим пока эти болты. Ага, видим, болт короткий, то есть навряд ли он что-то даст. Что мне это дало? А ничего не дало абсолютно. То есть получается, нужно мне откручивать вот эти все болты по кругу, разбирать трансформатор, и там под ними тогда уже получается будет крепление самого корпуса трансформатора к маховику. Открыл трансформатор, видим, что у нас тут диска сцепления нет, я думал, тут наборные диски сцепления идут. Видим, тут у нас лопасти, которые масло бьют в эти лопасти, упираются, и это у нас такая передача крутящего момента. Правильно, вот у нас крепление к
маховику, вернее, даже это у нас не крепление к маховику, это у нас получается уже сам маховик. То есть корпус трансформатора, он же является маховиком. Значит, пока маховик полностью не снимаю, оставляю на двух болтах, сейчас сниму головку, в общем, по ходу посмотрим. Тут вроде разобрался, теперь приступаю к снятию головки, спереди там разбираю. Видим такое количество сажи в впускном коллекторе. Итак, значит, снял клапан и крышку, и видим вот такое количество отложений. То есть такой запах, устойчивый запах горелого, и вот такие слои, вот столько отложений. Значит, что сразу могу сказать? Вот снял головку, что вижу? Равномерно большая выработка. На первом цилиндре, возможно, сломано первое компрессионное кольцо. Есть уступ в районе второго кольца. Ну, а так, в принципе, не знаю даже. Пока нечего сказать. Сейчас будем разбирать дальше и смотреть. Thank you.
D204 топливный насос снимается так же, как на D245, откручивается вот эта гайка, и вал с насосом достается в ту сторону, шестеренка у нас остается под этой крышкой. Значит, видим вот тот момент, что у нас через шлицы идет масло, да? Получается, у нас все уплотнение идет за счет вот этой шайбы. Если бы эта шайба немного пропускала масло, то у нас, получается, через кивок подтекало масло. Значит, что я обычно делаю в этих случаях? Я обезжириваю шлицы и промазываю герметиком. Получается, я исключаю вот такой вариант, когда по этим шлицам может идти масло. Так, значит, снял передний шкив, теперь откручиваю вот эту крышку кругу, сколько у нас тут болтов. Откручиваю крышку и смотрим механизм ГРМ. Значит, что мы видим? Это у нас коленвал, это у нас получается распредвал, это у нас промежуточная шестеренка, топливная аппаратура и два насоса, два гидравлических насоса. Получается, гидравлические насосы у нас ставятся произвольно. Тут у нас должны быть метки. Значит, на распредвалу вижу метку. Опять же, тут такой момент, что у нас есть три шестеренки и одна промежуточная шестеренка. Чтобы нам совместить метки, тут нужно сделать, может, несколько десятков оборотов. Сколько сделал оборотов, ну пару десятков оборотов точно сделал, и видим, метки у меня совпали, то есть все отлично, ничего снимать не надо. Значит, что еще хочу сказать, вот смотрю на эту систему, все точно так же, как на D245, также коленвал, распредвал, насос, промежуточная шестеренка, гидравлические насосы, ну там насос гидроусилителя, все вроде то же самое, но тут все так сделано вот аккуратно, просто вот. Вот эта шестеренка промежуточная, у нее вообще нет никакого люфта. 84-го года, сколько он моточасов намотал, это нигде ничто не разбито, нигде нет никакой стружки, нигде никакую втулку не раздавило, никакую шайбу. То есть, ну просто все изумительно. Вот можно делать, почему на 245-м все сделано через жопу, я не понимаю. Значит, насос у меня не достается, тут снизу два болта, нужно снять вот этот отвод, потому что упирается в корпус масляного фильтра, а масляный фильтр тоже не снять из-за этого вот отвода. То есть получается такая
строгая последовательность. Сначала снимается этот вот, потом снимается насос, и потом уже снимается корпус масляного фильтра. Значит, сейчас буду переворачивать двигатель, ставить его вот на эту плоскость, специально не убирая прокладку, чтобы не поцарапать блок в этом месте. И, значит, убираю шпильки. Было две шпильки. Значит, одну уже выкрутил, откручиваю вторую, откручиваю гайками. Значит, всегда, когда показываю на видео, допустим, когда выкручиваю шпильки или закручиваю, обязательно кто-нибудь напишет комментарий. Купи себе шпильковерт. Значит, хочу сказать, шпильковертов у меня разных марок, разных моделей, но любой шпильковерт портит резьбу. Вот просто любой. Нет такого шпильковерта, который бы не испортил резьбу. Поэтому проще взять гайки и открутить гайками. Ты точно не повредишь резьбу. И как бы не особо сложно закрутить две гайки, затянуть их и сорвать шпильку. Все как бы вообще не напряжно, но зато я точно знаю, что у меня резьба не будет испорчена и так далее. Поэтому вот такой комментарий на тему «Купи себе шпильковерт». Если кто-то знает шпильковерты, которые не портят резьбу, то отправьте ссылку, интересно будет посмотреть. В принципе, вот эту шпильку еще можно было бы открутить шпильковертом, допустим, зажать не за резьбу, а за вот это тело. Но на теле все равно потом останутся вмятины, заусенцы и так далее. Мне больше нравится работать гайками. Так, значит, снял поддон, и первое, что вижу, как грамотно сделан маслозаборник. То есть он упирается в поддон, и там он получается подпружинен, то есть тут стоит пружина. И забор масла происходит не между поддоном и заборником, да, там щель остается. Забор масла происходит прямо изнутри поддона. То есть идеальный вариант, не знаю почему на других двигателях так не делают. Вот до этого у меня был двигатель, контрактный двигатель из Польши, я там показывал, что поддон был деформирован, и поддон, получается, своей нижней стенкой он перекрыл доступ к маслозабornику, то есть масло к маслозабornику. Ну, не полностью перекрыл, но там уже осталось буквально 3 мм или даже, может, 10 мм. Тут такой вариант невозможен, тут сделано все по уму. Теперь снимаю маслозаборник, или даже, наверное, в сборе насос масляный снимаю. Снимаю масляный насос с заборником и будем доставать поршня. Так, значит, посмотрел, масляный насос я снять не могу, пока не сниму вот эту переднюю крышку. Крепление насоса идет вот под крышкой, вот с этой стороны. Мне нужно сейчас снять переднюю крышку. По передней крышке, в принципе, все понятно, вот по кругу болты. Единственный момент, что под распредвалом, под шестеренкой распредвала, также есть болты. Вот один болт,
вот второй болт, вот третий болт. Но видим, что отверстие очень маленькое, сюда головка никакая не влезет. И плюс к тому же оно не совмещено с болтом, то есть болт немножко уходит от центра отверстия. Получается, нужно сейчас мне снять сначала вот эту шестеренку распредвала и уже потом только открутить вот эти болты. На крышке, которую я снял, на передней крышке, тут есть упорная шайба. Потом я покажу, отмою, покажу. Значит, эту крышку снимаешь переднюю, и распредвал достается. По распредвалу, ну, визуально вообще все идеально. Просто вообще в идеале. Даже не видно, что на кулачках какие-то, что какая-то выработка есть и так далее. То есть распредвал вообще в идеале просто. Так, значит, открутил все болты, насос не снимается, то есть он даже не шевелится. Пришлось снять отсюда кольцо, снять вот эту шестеренку. Видим, тут у нас есть ось. Эта ось у нас запрессована в крышку, в коренную крышку. И весь насос, он получается отсюда вот так засажен на эту ось. То есть такая система интересная, хитрая. Значит, открутил один шатунный вкладыш на третьем цилиндре. Видим, есть вот такие задиры, то есть тут попадала уже стружка, есть вот такие задиры. Так, смотрим на вкладыш, что мы тут видим. Тут какой-то номер. И все, в принципе, только этот номер. А, ну вот, стандарт, наверное, СТ, стандарт. В принципе, почти такой же. Значит, достаю поршня и видим, что у нас идет три компрессионных кольца, раз, два, три, и два маслосъемных. К тому же маслосъемные кольца, они такие широкие, они, наверное, по 6, по 7 миллиметров. Значит, видим, что маслосъемное кольцо у нас залегло, тут все забито нагаром, ну, то есть маслосъемные кольца съедены, горит масло, в камеру сгорания попадает масло, тут также на поршне есть нагар. Втулка, в принципе, не разбита, практически вообще не разбита, наверное, так и оставим.
Ну, поршня, вероятнее всего, будут под замену. Тут у нас, наверное, гильзы идут сухие, не достаются. Хотя, не знаю, надо прокладку счистить. Я прокладку не смог убрать, то есть я ее начал отковыривать, и она у меня просто расслаивается. Я поверить не могу, что двигатель работал с 84 года, и прокладка, то есть она вот до того, ну, в таком состоянии. То есть она рвется, она прилипла к блоку, нигде под ней нет никакой коррозии, ее нигде не продуло, она нигде не прогнила. То есть видно, рвется и как новая внутри. Поршень я не мог никак достать, то есть пробовал вручную пробивать его, никак не получалось. То есть пришлось через деревяшку, молотком, и видим, что на нем сломано верхнее компрессионное кольцо. То есть, как я говорил, когда я вскрыл головку, посмотрел выработку и сказал, что возможно на первом цилиндре сломано верхнее компрессионное кольцо. Так и есть, видим, разломано на несколько кусочков. Вот кусочки у нас падают. Так, ну значит, видим, на коренных вкладышах, так же как и на шатунных, есть вот такие задиры, и они идут именно по масляному каналу. То есть также видим вкладыш стандарт, вот надпись стандарт. Значит, по валу пока ничего не говорю, но вероятнее всего, что с ним ничего не случилось. Визуально так вижу, что он в хорошем состоянии. Ну это ладно, это потом промеряем и уже будем делать какие-то выводы. Значит, откручиваю остальные 4 коренные опоры, снимаю коленвал. Значит, хочу показать, как выглядит коренной вкладыш, который стоит в блоке. То есть у него не просто канавка, у него вот такое отверстие, вот такая прорезь. Кольца продольного хождения у нас стоят посередине. Они у нас идут не на вкладыше, а отдельно. Видим, что гильзы у нас тут по ходу сухие, то есть придется нам блок отдавать на проточку. Значит, толкатели в принципе по форме точно такие же, как мерседесовские 4 серии, как мановские там 28-66, но я имею в виду по форме. По размерам, конечно, немного другие. В принципе, толкатели еще в хорошем состоянии. Итак, значит, двигатель у меня разобран, и теперь нужно подвести какие-то итоги, озвучить, какой планируется ремонт и так далее. Все, что я сейчас скажу, это пока такие предварительные итоги, потому что нужно будет отмывать каждую деталь, отмывать что-то, промерять, смотреть и так далее. По блоку, как я понял, гильзы тут сухие, они установлены не на резинке, они запрессованы в блок. И чтобы установить ремонтные поршня, нужно проточить сами гильзы. По блоку, в принципе, понятно, отмыть его, каналы прочистить. По втулкам распредвала, вот насколько я отсюда вижу, тут нет втулки, тут просто сам блок у нас идет. Толкатели у нас остаются старые, распредвал у нас остается старый. По коленвалу я тоже думаю, что вопросов не будет. Я, возможно, его зажму в станок, отполирую и думаю, что все, вкладыши у нас будут стандарт. Дальше по поршням. Поршня у нас будут новые, в любом случае, либо стандарт, либо ремонтного размера, то есть поршня в любом случае новые. Вкладыши, понятно, у нас все новые, коренные, шатунные. Ось, коромысел, штанги, это все нужно будет отмыть, посмотреть. Форсунки пойдут на проверку. Топливный насос тоже, наверное, пойдет на проверку. Распредвал, как я говорил, уже остается старый. По гидравлическим насосам тоже, наверное, ничего не будем делать. Просто отмою их, поменяю прокладки. Головку буду разбирать, смотреть, как обычно, направляющие втулки, состояние клапанов, все делать и так далее. Что еще сказать, показать? Ну и, в принципе, все, наверное. Замена там прокладок, сальников и так далее. Примерно вот такие работы нам предстоят. Значит, понятно, что этот двигатель все равно эксплуатировался не так, как, допустим, автобус или грузовик. Что у него не такие пробеги. Он работал только по гаражу, допустим, когда надо что-то разгрузить, загрузить, там, снять двигатель и так далее. Но если учесть, что его ни разу не делали с 1984 года, с момента выпуска, то это все равно впечатляет.
Смотрел информацию про этот двигатель в интернете. Двигателя эти устанавливались в основном на спецтехнику, ну, в основном погрузчики там, на какие-то трактора и так далее. Также нашел информацию, что какое-то время их устанавливали на бычок. Ну, не знаю, правда, насколько это правда, насколько нет, но в интернете есть такая информация, что этот двигатель был установлен на бычок. Но я думаю, что вероятнее всего не этот, не D39 2.0, а DT39 2.0, он имеет турбину. И тот двигатель уже имеет мощность чуть побольше, 90 лошадиных сил. И также нашел информацию, что такие двигателя устанавливают на УАЗик. Мне кажется, он тяжелый для УАЗика, вес его 355 килограмм, ну и лошадиных сил маловато. Значит, что уже сделано с этим двигателем? Я его отмыл, но видим, что еще не полностью отмылось, там где-то вот остались отложения масляные, ну потому что тут был очень большой слой, несколько миллиметров. И теперь блок поедет на замену гильз, в стороннюю организацию на замену гильз. Значит, я думал, что будут приобретены ремонтные поршня. Если у нас стандарт идет 98,5, то ремонтные, допустим, должны быть 99 миллиметров. И уже под эти поршня будут расточены гильзы, приобретены ремонтные кольца и так далее. Ремонтные поршня найти не удалось, не знаю, может их в принципе вообще не существует на этот двигатель, или может просто не поставляется и так далее. Значит, были приобретены новые гильзы и были приобретены поршня стандарт. И теперь нужно достать вот эти гильзы, блок нужно устанавливать на станок и гильзы выводить всю в стружку и уже потом запрессовывать новую гильзу. После запрессовки нужно снова гильзу уже на станке протачивать под стандартный размер. Вот, значит, на эти работы двигатель у нас и поедет в стороннюю организацию. После этого мне нужно будет снова отмывать двигатель и уже тогда я отмою вот эти вот отложения, которые у меня остались. Значит, что сейчас еще делаю с блоком перед отправкой на станок? Видим, что где-то есть герметик старый, где-то есть прокладка старая и так далее. То есть сейчас мне нужно почистить корщеткой там герметик, прокладку, где-то какая-то грязь. Также мне нужно снять лапы, 4 гайки с одной стороны, 4 гайки с другой стороны. Также мне нужно перевернуть блок и счистить прокладку головки блока цилиндров. Все, значит, подготавливаю блок, отправляем на станок. Дальше займусь какими-то подготовительными работами. Но в первую очередь мне нужно разобрать головку, посмотреть там состояние втулок, все, дел клапанов и так далее. Ну и понять, нужно ее отправлять на плоскошлифовальный станок или нет. Все, значит, вот такой у нас объем работ. Приступаем. Так, значит, что еще хочу сказать. Снял лапы и видим, что вот тут у нас черное масло, да, то есть подтекает из двигателя масло. Вот эти отверстия, куда закручены вот эти шпильки, они сквозные. Они выходят вовнутрь двигателя. И получается, что у нас по этим шпилькам, по резьбе просачивается масло. То есть мне придется выкручивать все эти шпильки, тут все вычищать и садить эти шпильки на фиксатор резьбы. То есть с этой стороны и с той стороны.
Так, значит, по клапанам видим, что есть выработка на клапане от седла, контакта с седлом. Также видим, что вот эта кромка уже острая. И если я еще на станке сниму тут выработку вот эту выведу, то у нас эта кромка будет совсем тоненькая. То есть клапана у нас будут точно новые. По выпускным клапанам также тут есть раковины, вкрапления нагара. Также острая кромка. Где-то есть какие-то сколы. Вот, допустим, как на этом клапане, вот какой-то скол. Возможно, даже трещина идет. Ну, в общем, клапана у нас будут новые. По направляющим втулкам, я не знаю, надо будет их еще отмыть. Но вот если вот так, он даже туго клапан заходит. Возможно, там нагаром все забило. Значит, блок уже у меня, блок приехал со станочных работ, уже я его помыл, продул, в общем, он весь был в солярке, видимо, когда хонинговку делают, вместо смазочно-охлаждающей жидкости подают солярку, то есть он был весь в солярке, где-то стружка была налипшая там от проточки и так далее. То есть я его уже помыл, продул, то есть полностью подготовил. Значит, что было сделано с блока? Немножко проточили привалочную плоскость под головку блока цилиндров, тут сняли буквально 0,07 мм или 7 соток. Также были заменены гильзы после замены, после запрессовки новых гильз. Гильза протачивается под поршень и хонингуется. Пока блок у меня был на станочных работах, я занимался подготовительными работами, ну, в основном все отмывал, очищал. Как помню, было очень много масляных отложений, ну, таких как солидол, наподобие такого. Их даже солярка очень трудно отмыть, не говоря уже, что просто в мойке они отмывались и так далее. То есть пришлось несколько раз менять солярку. Практически все у меня уже отмыто, и сейчас буду приступать к сборке. Ну, тут еще нужно будет, допустим, убрать старые прокладки где-то и так далее, почистить, обезжирить. В общем, еще работа есть. Также отмыл коленвал, тут поддон, масляный насос, распритвал, штанги, коромысло. Там у меня поршня старые, шатуны, кожух и так далее. Значит, что еще хочу показать. Как помним, на вкладышах были вот такие задиры на коренных, на шатуны, где-то побольше, где-то поменьше. Эти задиры были в основном в районе масляных каналов и на коренных, и на шатунных шейках. Ну, если на вкладыше это вот такие борозды, да, глубокие, то на самой шейке это буквально рисунок. То есть он как бы его визуально видно, но пальцем это не ощущается. И думаю, что после полировки, то есть этого совсем не будет видно. Ну, после полировки я, естественно, еще его промерю, но думаю, что с коленвалом никаких вопросов нет. Что я заметил? Какую особенность? Значит, видим, есть вот такие вот сверления, да, то есть у нас масляный канал идет, вот, допустим, выходит на шатунную шейку, и на коренных шейках есть такие же сверления. Если на вот этой шейке видим, да, у нас просто отверстие, как бы, ну, масляный канал. А если, допустим, мы посмотрим на вот эту шейку, то видим, что у нас отверстие тут как будто не полностью досверлено, да, как будто бы...
Ну, в общем, отверстие неправильной формы. То есть я хочу сейчас это все посмотреть. Нужно понять, что это такое. Либо это просто отверстие неправильной формы, либо оно недосверлено, либо это как-то стружка завальцована и так далее. То есть, возможно, как вариант, отсюда от давления масла откалывал какие-то кусочки вот этой стружки, да, и у нас от этого появились вот эти вот борозды на коленвалу. Вот. Но если мы, допустим, посмотрим с противоположной стороны, то тут у нас видим отверстие, зенковка, то есть ровная правильной формы отверстия. Невозможно, мне придется взять сверло и пройти вот этот масляный канал сверлом, да, чтобы снять вот с той стороны вот эти заусенцы. К этому вопросу мы еще вернемся. Значит, сейчас зажимаю коленвал в станок, полируем, ну и начинаем собирать. Ну все, значит, коленвал у меня подготовлен, отполировал его, сейчас еще продул каналы, то есть выдул там где-то попало, может, мало ли, стружка какая-то, абразив и так далее. Все, значит, коленвал у меня полностью подготовлен, также подготовлен блок, также сейчас еще раз продул все каналы, протер. Также подготовлены у меня крышки, помыты, почищенные, приготовлены болты. Тут у меня новые кольца продольного хождения, тут у меня новые вкладыши. Значит, также еще хочу ответить на один вопрос. В комментариях меня часто спрашивают, что я такое использую красное, чем я продолжаю.
промазываю коленвал, вкладыши и так далее. Хочу показать, что пользуюсь вот такой вот монтажной пастой. Монтажная паста от ВМП Авто в виде аэрозоля. То есть вот в таком баллончике. Пользуюсь уже не первый год. В принципе, все нравится, все отлично. Приступаем к сборке. Так, ну значит, прежде чем устанавливать коленвал, мне нужно установить толкатели. Ну потом как бы их можно установить, но просто будет неудобнее. Так, выставляем ключ на 200 ньютон-метров и затягиваем коренные болты. Так, это я снял на 150 ньютон-метров, теперь ставим на 200 ньютон-метров и уже делаем окончательную затяжку.
Итак, значит, подготовил поршня к установке и в двух словах хочу рассказать. Значит, поршня у нас новые, гильзы новые, палец новый, кольца новые. Втулку на шатуне не меняли, но они, в принципе, еще в хорошем состоянии. Значит, видим, поршня у нас идут уже вот такие, то есть просто три компрессионных кольца и одно узкое маслосъемное кольцо. Ну, я имею в виду, если сравнивать вот со старыми поршнями, да, два маслосъемных кольца, и они такие широкие, по 6 по 7 миллиметров. Одним словом хочу сказать, что поршня очень сильно отличается от заводских. Были они вот в таких коробках, видим, никаких опознавательных знаков, ни одной этикетки. Ну и гильзы у нас шли вот в такой упаковке. Также про этого и производителя ничего сказать не могу, первый раз вижу. Устанавливаю то, что мне привезли, то есть я тут как бы ничего не решаю, какие запчасти мне привезли, те и устанавливаю. Thank you.
Значит, коленвал у меня установлен, затянут, шатуны тоже установил. По литературе затягиваются вот эти болты 200 ньютон-метров, эти болты, ну тут болт с гайкой 100 ньютон-метров. До ворота 90 градусов нет, то есть просто 200 ньютон-метров, 100 ньютон-метров. Я по привычке сделал метки, то есть уже иметь понимание для себя, что эти болты у меня уже затянуты. Так, значит, коленвал у меня полностью установлен, затянут, все отлично проворачивается, шатуны все имеют вот такой люфт. Все, дальше буду устанавливать заднюю крышку с сальником, переднюю крышку там, распритвал и так далее. Значит, ставлю промежуточную шестеренку, коленвал вывел метки вот сюда вниз. Видим, вот у нас одна метка на коленвал, это у нас идет на распритвал, а вот эта метка на топливный насос. Одеваются игольчатые подшипники, промазываю их также монтажной пастой и устанавливаем. Oh, yeah.
Значит, закрыл поддон, затянул болты уже, все, установил кожух, затянул также болты на фиксатор резьбы, также проверил затяжку этих лап. Значит, дальше что буду делать? Нужно выкрутить мне вот эти шпильки, как помню, когда я разбирал, вот тут вокруг них было все в масле. У нас тут идут, получается, сквозные отверстия в двигатель, ну, в картер двигателя, и получается, через резьбу у нас подтекало масло. То есть сейчас я хочу выкрутить все шпильки, обезжирить и посадить на фиксатор резьбы с этой стороны и с этой стороны. После этого установлю лапы, возможно, установлю тут насосы, корпус масляного фильтра и так далее. Значит, по маховику, пока маховик не устанавливаю, вот он лежит на стеллаже, уже отмытый, уже приготовленный. Возможно, мне придется перевернуть венец, сейчас посмотрю, еще не смотрел, как там можно как-то его зацепить, снять и так далее. Если есть возможность его снять, то я его сниму, нагрею, переверну и установлю. Еще какой нюанс по маховику? Маховик у нас устанавливается на прокладку. Так как у нас маховик является частью корпуса трансформатора, то есть в нем у нас идет масло, и в этом месте у нас вот ставится прокладка вот таким образом. Значит, тут стояла прокладка очень тонкая, буквально там десяточки 2-3. В комплекте идет вот из такого паранита 1,5 мм. То есть она, думаю, будет очень толстая. Сейчас, значит, я ее продавлю сколько смогу, но потом со временем от нагрузки, да, от маховика. Маховик же у нас тяжелый, плюс на него идет усилие. Эта прокладка, мне кажется, будет, ну, дальше проминаться, да, дальше будет садиться. Поэтому я сейчас по этому шаблону вырежу прокладку из более тонкого материала. К маховику вернемся чуть попозже. Как я уже сказал, надо сначала перевернуть венец, попробовать сделать прокладку. Сейчас занимаюсь шпильками, там, возможно, насосы устанавливаю и так далее. Потом буду переворачивать двигатель. Значит, тут у нас спереди еще не установил топливный насос. Установлю, наверное, когда уже двигатель будет перевернут, когда он уже будет стоять на поддоне. Установлю топливный насос. Закрою эту крышку и установлю шкив. Вот, значит, такой у нас пока объем работ. Продолжаем собирать двигатель. Да, надо было мне раньше эти шпильки выкрутить, чтобы и шпильки. Но шпильки-то ладно, не проблема отмыть. Сейчас мне как-то нужно будет саму резьбу вот тут обезжирить. Ну ладно, сейчас возьму чистые тряпки, растворитель и аккуратно там все обезжирю. Надо было раньше об этом подумать.
Так, значит, перевернул двигатель, уже установил насос. Насос устанавливаю по метке. Значит, тут есть метка, на самом корпусе есть метка и на самом насосе. То есть, совмещая их там, если что, можно будет на месте право-лево немного повернуть. Но насос примерно так и был установлен. По старым отпечаткам от гаек, от шайб, то есть насос примерно так и был установлен. Значит, установил насос, теперь с этой стороны мне нужно установить шестеренку. Значит, видим, коленвал, метки совмещены. На коленвалу две черточки, на промежуточной шестеренке точка. Дальше распредвал, также видим, тут две полоски, на промежуточной точка. Теперь по топливному насосу видим, тут у нас две точки. И на самой шестеренке у нас также есть точка, помечен зуб. Значит, установил шпонку на место, уже вывел примерно, как оно у меня должно зайти. И сейчас просто устанавливаю шестеренку, затягиваю гайку. И, в принципе, все, можно закрывать эту крышку, ставить шкив. Ну и там у нас останется работа с головкой блока цилиндров. Ну и там по коробке. По коробке, не знаю, пока, наверное, трансформатор собирать не буду. Посмотрю, если буду заводить двигатель, то, наверное, буду заводить без трансформатора. Так, значит, дальше устанавливаю переднюю крышку, помыл, почистил ее, счистил тут старую прокладку, обезжирил, заменил сальник. Значит, уже помазал тонким слоем герметика, приготовил прокладку. Значит, на двигателе также тут почистил, прогнал резьбу, обезжирил. Проверяем еще раз метки, смотрим, что у нас метки ГРМ все совмещены. Приготовил маслоотражатель, шайбу. Сначала ставится шайба, потом закрывается крышка. Тут на крышке также мажу тонким слоем герметик. Закрываю крышку, ставлю шкив, затягиваю и будем заниматься головкой. Значит, может кто-то обратил внимание, что на этом двигателе не работаю я пистолетом, да, воздушным пистолетом. Значит, сломался у меня вот этот шланг, быстросъем. В общем, надо что-то думать или перетачивать, или вести на прессовку. Значит, еще какой момент, так как у нас вот эта крышка, она абсолютно без направляющих, то есть она у нас вот так вот гуляет, да, ну, немножко есть хождение, то, я думаю, будет правильно сначала установить шкив, а потом уже затянуть вот эти болты. Ну, то есть, чтобы у нас шкив, получается, отцентровал эту крышку по отношению к сальнику, да, потому что я сейчас могу затянуть на перекос, и у меня будет смещение сальника относительно шкива, одна сторона будет поджата, а со второй стороны будет зазор. Мне очень непонятно, почему она без направляющих, почему она на отверстиях немного туда-сюда есть хождение. Ну, как я говорил при разборе, что через эти шлицы у нас шло масло, видим, я их промазал герметиком, и думаю, что теперь масло сюда не будет попадать. Значит, продолжаем сборку двигателя и дальше буду устанавливать головку блока цилиндров. Значит, головка блока цилиндров у меня уже готова. По ремонту головки блока цилиндров будет отдельное видео. То есть уже все отснял, смонтирую, будет отдельное видео. Не знаю, где выйдет, на YouTube, на Рутюбе, на Дзене, то есть вообще без понятия, что сейчас происходит, что творится, поэтому никаких планов строить нет возможности. То есть где-нибудь выйдет отдельное видео по ремонту головки блока цилиндров.
Значит, получается, головка у меня полностью готова к установке. Вот у нас прокладка идет, вот такая металлоазбестовая. Ну, то есть очень сильно похожа на прокладку с двигателя D245. Чисто внешне, нет у меня к ней никакого доверия. Ну, в принципе, другой у меня прокладки нет, поэтому в любом случае будем устанавливать эту. Также помыл болты. Тут у нас еще должны быть две шпильки. Вот одна шпилька у меня тут, вторая вроде бы где-то тут должна быть. Вот у нас. Вот у нас вторая шпилька. Сейчас сначала заворачиваю шпильки, устанавливаем головку, там дальше форсунки, клапана регулируем. Значит, заканчиваем сборку двигателя и покраска, наверное, точно будет. То есть у меня там, посмотрю, какого цвета у меня достаточно, чтобы покрасить двигатель. Покраска точно будет. Насчет запуска пока ничего сказать не могу. Посмотрим по обстоятельствам. Возможно, сделаю запуск тут на столе. Возможно, запуск уже будет только на месте, на машине, на погрузчике, да, ну, в общем, будем действовать по обстоятельствам. Значит, вот такой у нас сейчас объем работ, продолжаем сборку. Итак, значит, установил головку, затянул болты с усилием 140 ньютон-метров. Уже установил ось коромысел, штанги, ось коромысел затянул. Значит, сейчас буду регулировать клапана. А, ну еще такой момент, видим, масляный канал у нас идет вот таким образом, да, то есть вот такая конусная трубка вставляется просто в отверстие в головке блока цилиндров. И тут у нас такой вот как заглушка фиксирует эту трубку с этим вот кольцом на коромысле. То есть это у нас подается масло в ось коромысел, и уже через нее там, через отверстие подается на втулки коромысел. Значит, дальше буду регулировать клапана. Клапана у нас регулируется, в принципе, как на любом четырехцилиндровом двигателе, можно отрегулировать два приема. То есть сначала один цилиндр вводится в верхнюю мертвую точку, на втором перекрытии клапанов регулируется 4 клапана.
Потом полный оборот, регулируется 4 оставшихся клапана. Либо можно вывести первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, в такт сжатия отрегулировать первый цилиндр. И потом по порядку работы цилиндров 13-42 по одному цилиндру отрегулировать клапана. Значит, верхнюю мертвую точку в такт сжатия на первом цилиндре можно вывести двумя способами. Значит, первое, это мы проворачиваем двигатель и смотрим, когда у нас работает впускной клапан на первом цилиндре. И после этого мы ловим поршень в верхней мертвой точке. Значит, также можно вторым способом мы проворачиваем двигатель по часовой стрелке и смотрим на четвертый цилиндр. На четвертом цилиндре у нас должно произойти перекрытие клапанов. То есть один клапан должен уже заканчивать закрываться, а второй клапан должен начинать открываться. Это у нас будет перекрытие клапанов, и, соответственно, тогда у нас первый цилиндр будет в верхней мертвой точке именно в такте сжатия. На четвертом цилиндре у нас также будет верхняя мертвая точка, но только там будет такт продувки. Вот. Ну и, соответственно, наоборот, когда у нас на первом цилиндре перекрытие клапанов, тогда на четвертом цилиндре верхняя мертвая точка, такт сжатия. Все, значит, проворачиваю по часовой стрелке, вывожу первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, так сжатие, регулирую клапана. Дальше устанавливаю форсунки, одеваю топливные трубки, закрываю клапан и крышку. Ну и, в принципе, все. Там еще по мелочи что-то там нужно будет поставить. И буду уже готовить двигатель к покраске или к запуску. В общем, по ходу посмотрим.
Значит, двигатель у меня практически собран, установил новую помпу, установил вентилятор, также установил насос низкого давления, фильтр топливный, шланги, в общем, и обратку. То есть, в принципе, у меня двигатель уже собран, осталось установить масляный фильтр, ну и коллектора. Как я уже сказал, хочу двигатель покрасить, и в том числе хочу покрасить коллектор. Есть у меня еще краска специальная для выхлопных систем автомобиля. И хочу покрасить коллектор. Значит, для того, чтобы мне его покрасить, мне его нужно подготовить. Убрать вот эту ржавчину, где-то окальный, где-то нагар и так далее. Так, значит, коллектора у меня почищены, подготовлены к покраске. Значит, уже приготовил краску. Тут у меня остатки краски для коллекторов. Тут буквально, ну, на коллектор должно хватить. И у себя нашел в запасах вот такую краску, желтую краску для этого двигателя. Целая банка краски автоэмаль воздушной сушки. Двигатель уже подготовил по краске. Также почистил впускной коллектор от краски, от там нагара внутри и так далее. То есть видим, все отлично. Закрыл коллектора выхлопные, закрыл шланги, скотчем обмотал ключи на шкивах, ну где-то, где у нас патрубки садятся и так далее. Поставил старый масляный фильтр, он у меня будет служить в качестве заглушки. Покрашу, потом его сниму и закручу уже новый масляный фильтр. В принципе, все, двигатель подготовлен к покраске. Сейчас его подвешиваю на тельфере, убираю стол и будем красить. Забыл еще сказать, что грунтовки у меня нет. То есть краску я у себя нашел, грунтовки нет. Попробуем покрасить без грунтовки, посмотрим, хуже будет, лучше будет. Краска густая, надо развести.
Значит, как помню, тут у нас была резинка замята, то есть она вышла из паза и ее зажало между корпусом коробки и кожухом. Установил новую резинку, промазал немного герметиком и ставим коробку. Ну все, значит, коробку я установил, затянул. В принципе, двигатель у меня готов к установке. Значит, видим, что двигатель, болгарский двигатель D3900 у меня опять разобран. Прошло у нас буквально несколько дней, и пришлось мне его снова разбирать, этот двигатель. Значит, сейчас в двух словах попытаюсь объяснить, что произошло, что случилось. Значит, на последнем видео видно, что двигатель завели, он вполне неплохо работал. Значит, какое-то время двигатель у нас поработал на холостых оборотах, и у нас выхлопного коллектора с выпускного стало подкапывать масло. И если мы сейчас посмотрим, то видно, да, что весь коллектор в масле, вот прямо лужи стоят. Стало подкапывать масло. Ну, в принципе, я подумал, что это вполне нормальное явление. После переборки какое-то время в выхлопную систему летит масло. Гильзы не притерлись кольцами, там, допустим, плюс при сборке используется большое количество масла, там промазываются кольца, гильзы и так далее. Значит, я подумал, что какое-то количество масла — это норма, и сейчас оно немного поработает, и эта течь масла прекратится. Значит, двигатель поработал сначала в цехе несколько часов. Потом на следующий день его выгнали на улицу, он на улице работал там также, ну какое-то время работал, потом его глушили, потом он снова работал. Все это время продолжало бежать масло вот из этого стыка, потом уже этот стык сняли, и тут прям было видно такие подтеки, да, поставили пластиковую емкость, и там за пару часов работы набегало где-то, ну не знаю, может там 20 грамм масла, 30 грамм масла, ну неважно. Значит, на следующий день еще раз его обкатывали, ну то есть думали, что нужно обкатать какое-то время, да, чтобы там кольца как-то немного притерлись. Обкатывали в общей сложности где-то 3 дня, течь масла не прекратилась, то есть в принципе как она была, так она и продолжалась. Значит, что было принято, какое решение? Было принято этот двигатель разбирать и смотреть, в чем причина. Значит, на месте сняли головку, на месте сняли поддон, достали поршня. Ну, в принципе, причина тут, по моему мнению, одна. Это маслосъемные кольца, да? Такая конструкция поршней с такими маслосъемными кольцами. Значит, как я показывал при сборке, что у нас стояли поршня вот такие, да? То есть, видимо, у нас тут два маслосъемных кольца. Оба вот такие вот широкие. На новых поршнях у нас стоит одно маслосъемное кольцо и вот такое узкое.
Вот, для сравнения. Ну и также видим, что на этом поршне по 4 вот таких вот больших отверстия, да, ну кольцо у нас снимает масло, тут копится масло, и ему нужно куда-то деваться. На кольце есть специальные вот эти прорези, получается вот по вот этой вот канавке, через эти прорези масло у нас уходит в эти отверстия и стекает в поддон, да, то есть кольцо у нас соскабливает масло, но масло в кольце копится, ему нужно куда-то деваться. То есть у нас с этой стороны 4 вот таких отверстия, с противоположной стороны 4 таких отверстия. На втором кольце также видим внизу, вот там 4 отверстия. С другой стороны также 4 отверстия. То есть у нас 8 вот таких больших отверстий, диаметром, наверное, на 5. Смотрим на этот поршень. У нас тут 2 вот таких маленьких отверстия, диаметром, наверное, ну, на 2,5 мм, может, на 2. Это маслосъемное кольцо, вот такой конструкции, оно просто не справляется. Я не знаю, для чего выпускают такие поршня. То есть у меня как бы опыта мало по этим двигателям. Я пришел к такому выводу, что это все из-за конструкции маслосъемных колец, из-за конструкции самого поршня и так далее. Значит, как вариант, на этом поршне можно было бы просверлить, допустим, еще там 3 дополнительных отверстия или побольше сделать их, как вариант, да, возможно, это дало бы какие-то результаты. Хотели сначала установить обратно старые вот эти поршня, которые стояли, но потом все же было принято решение о приобретении новых поршней. То есть видим, вот у меня тут 4 поршня, видим 39 00 5к, но это имеется в виду 5 колец, да, 5 колец на поршень. Вот, значит, приобретены вот такие новые поршня, полностью аналогичные тем, которые были установлены. Вот видим, да. Вот видим, да, полностью аналогичные поршня, то есть также видим 2 широких маслосъемных кольца, также видим большие отверстия для сгона масла уже в масляный поддон. Вот, думаю, что после установки этих поршней такой проблемы уже не будет. Вот, значит, такая у нас получилась ситуация с поршнями. Ну, по идее, нужно было сразу приобретать вот такие поршня, которые были до этого установлены. В принципе, я так и говорил. Ну, как-то так получилось, что были приобретены поршня другой конструкции, и видим, во что это все вылилось, да. Значит, что у нас еще есть, какая особенность вот именно вот этих поршней. То есть, в принципе, все аналогично, да, я все проверил. Единственный момент, что у нас разная компрессионная высота у этих поршней. Вот этот поршень у нас ниже, вернее, вот этот новый поршень у нас выше на 25 соток, 2,5 десятки. То есть я это так оставлять не буду, я буду этот поршень торцевать, так же, как я торцевал поршня с двигателя Манды 2866, так же, как я торцевал поршня с двигателя ОМ 501, я буду снимать, ну, практически 3 десятки. Вот. Единственное, что у меня нет оправки такой, на тех двигателях я делал оправку из старых гильз, тут у меня старой гильзы нету, потому что она была вся выведена, ну, в стружку, да, при установки новых гильз. То есть мне сейчас нужно будет искать, из чего мне сделать оправку, чтобы зажать этот поршень в токарный станок и снять, ну, в пределах 3 десятых. Значит, еще есть какая особенность. Я взял нутромер и замерил гильзы. И гильзы у нас имеют эллипс. Ну, это я попозже сейчас вернусь к этому и покажу на камеру, что у нас гильзы имеют эллипс порядка 4-5 соток. То есть это тоже может быть одной из причин, почему у нас, допустим, маслосъемное кольцо не снимает масло со стенок цилиндра, да, ну потому что у нас остается зазор, то есть у нас получается гильза эллипсная, и в этом месте кольцо плотно лежит, в этом месте плотно лежит, а в этих местах получается зазор между стенкой гильзы и маслосъемным кольцом. Эти пару соток на гильзе остается масло. Все, значит, вот такой у нас сегодня объем работ, вот такое у нас сегодня будет видео по установке другой поршневой на двигатель D3900. Сейчас займусь головкой, то есть нужно мне почистить старую прокладку, тут где-то нагар. Возможно, закину ее в мойку, так как она у нас вся в масле, тут масло, тут масло. Значит, подготовлю головку, потом займусь поршнями, нужно мне уменьшить компрессионную высоту. Ну и потом будем поршня устанавливать на штуны, и уже штуны устанавливать в двигатель, ставить там головку, ставить поддон. То есть собирать двигатель. Вот такой у нас сегодня объем работ. Поехали.
Так, значит, замерил поршневые кольца по гильзам, ну, проверил тепловой зазор, то есть, в принципе, везде тепловой зазор в норме. Тепловой зазор у меня проверен, надеваем кольца на поршня и идем устанавливать поршня в гильзы. Значит, также еще момент, на этих кольцах нет меток, да, ну, обычно на всех кольцах бывают метки, что, допустим, вот тут указано или написано топ или какая-то маркировка там фирмы или еще что-то, то есть и обычно вот этой маркировкой ставится гнищу поршня, да, вот таким образом. На этих кольцах нет абсолютно никакой маркировки, ни на маслосъемных, ни на компрессионных. Значит, я посмотрел профиль, кольца абсолютно симметричные, то есть одинаковые, нет никакой разницы. Ну, понятно, допустим, если компрессионное кольцо, видим, есть фаска, то этой фаской устанавливаем к поршневому пальцу, да, вот таким образом. Вот. Если, допустим, мы берем маслосъемное кольцо, видим, тут нет никакой фаски, тут нет никаких меток. Получается, его устанавливаем в произвольном порядке. Ну и так далее. Допустим, вот видим компрессионное кольцо, у нас есть фаска. Этой фаской устанавливаем поршневому пальцу. Опять же, маслосъемное кольцо видим опять симметричное. Устанавливаем произвольно. Значит, теперь по диаметру поршня. Если мы посмотрим на поршня, который мы устанавливали до этого с узким кольцом, видим размер 98-33. Значит, берем новый поршень, который мы сейчас устанавливаем. Так, сейчас я тут сточил, его нету, да, но тут также было написано на днище поршня 98-33. Берем микрометр и замеряем юбку. Значит, видим размер 98-33. Теперь замеряем поршень, который мы будем устанавливать. Также видим размер 98-33. У нас проточные гильзы под определенный размер, но у нас поршня имеет абсолютно одинаковый размер 98-33, поэтому даже можно поршня, ну, произвольно поставить, то есть неважно какой поршень, какую гильзу.
Итак, значит, двигатель я собрал, залили масло, залили охлаждающую жидкость и двигатель завели. В общем, подведем итоги по второму ремонту этого двигателя, да, что нам дала замена поршней. То есть по видео видно, что на стенках также появляется масло, на стенках выхлопного коллектора также появляется масло, но хочу сказать, что этого масла стало в разы меньше. Но все равно полностью эта проблема не решила, масло у нас все равно в выхлопном коллекторе присутствует. Как я сказал в начале видео, что на гильзах есть эллипс порядка 4-5 соток, и вот из-за этого у нас сейчас получается летит масло в коллектор. Что решили с этим двигателем, какие были приняты решения? То есть пока двигатель у нас будет работать, посмотрим, как он себя поведет. Возможно, в дальнейшем проинформирую, как обстоят дела с этим двигателем. С этим мы уже ничего сделать не можем, это надо полностью нам снимать двигатель снова, полностью его разбирать, покупать новые гильзы, ввести снова на станок. Значит, замена поршней нам дала определенные результаты. То есть изначально я говорил, что поршня нужно устанавливать вот такие с 5 кольцами. То есть какие поршня у нас были установлены на этом двигателе, такие поршня нужно ставить. Вот, значит, она нам дала определенные результаты, но полностью наши проблемы не решила. То есть сейчас мы уже точно знаем, что эта проблема не связана с поршнями. Мы уже сейчас точно знаем, что эта проблема связана с гильзами, с работой сторонних организаций, с тем, как были выполнены работы по проточке гильз. Вот, значит, что еще хочу сказать. На моем YouTube-канале вышло новое видео. Ссылку на это новое видео оставлю в описании под роликом, также в закрепленном комментарии. Ну и также прошу перейти по ссылке, посмотреть мой новый ролик на моем YouTube-канале и тем самым поддержать проект Промоторы. Ну, с чем это связано, это я все рассказывал в прошлой серии, в прошлом видео. Думаю, что постоянные зрители уже все в курсе, все знают. То есть повторяться не буду. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто перешел по прошлой ссылки, кто посмотрел прошлый ролик, то есть там видео набрало большое количество просмотров, всем огромное спасибо. Значит, также оставляю ссылку на свежий ролик в описании под видео, в закрепленном комментарии. Также прошу перейти, посмотреть для поддержки проекта Промоторы. Все, значит, на этом это видео буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.